Добрый день, это рубрика «Новости и новинки» от компании Ibis. И сегодня у нас короткая новость, посвященная новым моделям саунд-модераторов от финской компании Ace Ultra, о которых вы уже наверняка наслышаны. Данные саунд-модераторы относятся к линейке SL, но в отличие от ранних моделей, выпускаются в черном цвете. Они покрашены термостойким покрытием Cerakote, керамической термостойкой краской. Так же, как и ранние модели саунд-модераторов SL, они изготовлены из нержавеющей стали, в отличие от линейки JetZ, и поэтому наверняка окажутся востребованными для тех, кто предпочитает тактически верный черный цвет своих аксессуаров. Первая модель, которая поступила к нам в продажу, предназначена для карабина Taurus CT9, рассчитанного на патрон 9x21. Вот так это выглядит. На готовом оружии достаточно интересный и незаурядный комплект. Но все остальные модели SL7, SL9 также в очень скором будущем поступят в наш ассортимент, поэтому следите за новинками на нашем сайте. А если вам интересно, как работают эти устройства, то посмотрите, пожалуйста, наш подробный обзор саунд-модераторов Ace Ultra, который также есть на нашем канале.